Пацаны, он сзади, вот он бежит, быстрей! Я пошутил, там никого не было. В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Я ждал лабиринт. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и все ждали карту лабиринт. И у нас сегодня очень крутая рубрика. Аниматроники гоняются за нами в лабиринте. Погнали. Так, я уже вышел, давайте. Все, ты уже вышел на охоту? Да. Давай, я в тебя верю. О, какой он медленный, пипец. Да, в этом и есть смысл. Вы пока что бежите от меня. Мух, ты меня никогда не найдешь. Думаешь? Ну, уверен. О, надо еще попасть. Ой, не туда. Ну да, надо же еще хорошо прицелиться. Ребята, кто хочет с нами записывать? Находите у нас в Discord, ссылочка в описании, или вы можете с нами записать классный ролик. Всех ждем. Я испугался. Беги, беги. Он там бежит. Да, я вижу. Когда уже будет... А 5 аниматроников и 3 выживших, то мы сможем тогда брать пригвождатели. Но я уже заранее взял, потому что знаю, что буду выживать очень долго. Опа, да. Долго, ну нормально, пацаны. Все хорошо, бежим. Остановись, у тебя руки разлетались. Прикольно, прикольно. Убегаем со всей силы. Так, стоим. Я успел убежать, он медленный. Нет, забирай свои слова назад, он не медленный. Да я медленный, капец. Класс. В этом и есть смысл. Давайте вы будете этот, тоже тихать на чат. Попрестим. Давай, ты убьешь, я верю в тебя. Ребят, скажите, а кому страшно? Вопрос, а он снимает из жизни или он сразу же пугает? Я просто интересно, это не понимаю. Он убивает сразу. Ты меня не убил. А мы увидим, вот. Никнейм же высветится, когда убьет. Димас, живем. Вы просто стойте и смотрите, что я делаю. Вот так главное стоять и два угла одновременно чекать. Твоим. Мы с ним встретились, кстати, в узком коридоре. И он не смог меня убить. Он просто не там смог. Это очень тяжело. Мы тоже. Пацаны, он сзади. Вот он бежит, быстрей! Я пошутил, там никого не было. А вот он, блин, быстрее, пацаны, сейчас обосраться можно. Он сзади, он сзади, он сзади. Ребята, бежи, не останавливайся. Беги. Ну нафиг, он стрёмный. Он сзади, он сзади, он сзади. Всё, стоим, чекаем два угла. Он там, он там, он там. А! Бегите! Дурнусы! Убили? Всё, ребята, 2 аниматроника. Сейчас будет намного сложнее, так что... Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Ну где ты, э? Страшно. Я не могу... Страшно, страшно. Пизда. Кстати, этих аниматроников, вот этих на изогнопаках, их 5. Они все одинаковой скоростью. Не, по-моему, Фокус чуть побыстрее бежит. Да? Я их слышу. Наверное. Не, они не одинаковой скоростью. У них. Пацаны, вот он. Нет, его там. Вот так стоим, чекаем. Вот он, есть. Сзади бежит Чика. Тихо, нет, он убежал. Он убежал. Я видел, бежит. Не-а. Да. Нет, тут. Ну куда вы бежите? Остановитесь. Я добрый аниматроник. О, Бонни, привет. Чекаем, да, мы 2 угла ставим. Волк, беги как можно. Есть кто, Невма? Хорошее место у нас, ребята, мы успеем. А, нет, быстрей, 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 не задерживай. Не задерживайте, пацаны, это очень стрёмно, когда вы бежите передо мной медленнее, чем я. Нормально, ничего, ничего, выживаем. Я живым не дамся. Я буду до последнего. Сколько? 2 аниматроника только? Да, 2. Да, уже 2. Кстати, мы взяли такой, знаете, есть баланс, да, небольшой такой? Уже 3 аниматроника, что не так легко и убить. Да не старайтесь меня убить. Почему? Прям слышно топот где-то. Да-да-да, очевидный топот. Он там, он там, он там. Я видел его. Чекаем. О, все, уже 4. Да что вы, так быстро убивать начали всех? Не идите туда, не идите. Да, все, пошла. Пацаны, бегите. Слабый. Да отстань ты, конченый. Я буду выживать.
Не будешь стоять на следующем видео, Дима? Нет. Да. Нет. Мы живем. Главное что, бежать. Беги, Вася. Блин, беги. Где вы? Лабиринт, блин, большой. Мне наркоманчик. Я согласен. Классный лабиринт, мне нравится он. Это прятки прикольно записывать. Прятки нет, только догонялки. Раньше... Тут прятки, раньше... ну не надо где заныкаться. Я думал, что порталы всякие будут еще. Там была карта такая. О, кстати, да? Ребята, если вы хотите, вот, чтобы мы выживали в этом лабиринте с порталами, ставим 2000 лайков. О, это когда было. Кстати, уже наставили лайков на лабиринте темно. Будем в темном лабиринте записывать, так что ждите ролик. Может, даже завтра и выйдет. Пацаны, для того, чтобы выжить на этой карте, вам надо постоянно перемещаться. Я вам серьезно говорю, только так. И слушайте, Димаш, и слушайте. Все хорошо, не напрягайтесь. Просто очень сильно страшно, когда знаешь, что бежит сзади аниматроник. Ах ты, блин, негодяй, а? Хорош. Тебя поймали? Нет, я живой. А ты же видишь мой никнейм. Да, я просто не увидел лучше. Внимательно. Да ё-моё, ну ничего, смотри, мы с ним встретились, тупо лоб-лоб, я не смог меня убить. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Ребята, легко убегать, легко. Очень легко от них убегать. И тебя пройдет пугает. Опра, заворот. Да беги, спапайрус. Шмапайрус. Красиво, красиво, ребята! Убегай! Убили! Убили, ребята! Ну что, я теперь могу использовать пригвождатель. Договаривались. На шестеро. Договаривались. Есть. Эй. Есть. Ну что, ребята, вот как-то так. Я выживаю. Ой, блин, ты что, аккуратно, я чуть тебя не пригвоздил. Да, все, кто выживший, можете использовать пригвождатели. Только против аниматроников. Маза тоже. Давай, давай, давай. Успей стрельнуть. Главное, успеть стрельнуть. Давай вперед. Надо выбирать очень длинный коридор прямой. Охота, охота выдвинулся на аниматроников. Ну что, где ты, подлец? Я тебя убью. Ну что, подлецы? Я охотник на аниматроников. Я убью каждого. Ребята, это круто. Самое крутое выживание. Это самое. Они там все пригвождены. Идемте их дальше. Пригвождать, не пускай его. Я запомнил твое лицо, я тебя скоро убью. Ты не сможешь меня никогда убить, потому что мы как лохов вас расстреливаем, вы нам ничего сделать не можете. Накидываем, накидываем. Он Фокси вонючий. Стоять, падла. Вообще легко, ребята. Ну это очень просто. Ну. Как так-то? Как? А ты сказал, тебя не убьют, Димас. Так подожди, а почему он был пригвожденный и побежал? Потому что это магия. Это цыганская магия? Блин, пацаны. Что, всех убили? Да, всех убили. Пацаны, разбегаемся по карте. И через 10 секунд... Нет, давайте не через 10. Через 20 секунд битва ПВП. 3, 2, 1, 0. Битва началась. Аниматроники против аниматроников. О, ах вы, зараза, зажали меня. Я поддался специально. Так, ну что, кто остался последний? Ну? Кто выжил? Ему я. Сюрприз. Давай в конце последнего ролика. Давайте сюрприз. Последнего по всей карте искать. Прям разделимся. Так, ну что, вы готовы к сюрпризу? Выжившая. Все, я убил. Ну что? Закрывайте глаза и выходите из квартиры. Зачем? А сейчас увидишь.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Пока. Вы что, все одновременно бомбу взорвали, как и я? Ребята, давайте пока. Надеюсь, ролики Димаса будут выходить еще чаще.